Белокопейск надо. Куда уходить? Уходишь, будет китайцы продаваться с левой стороны. Уходишь направо перед мостом. Идешь в сторону Троицка, там 20 километров буквально. И все, когда выходишь на трассу Троицк, Челябинск, поворачиваешь на Челябинск. А там есть указатель на Курган, и будет там Копейское шоссе. Ну, Копейское шоссе, видишь? Ну, короче, с развязки мне на Троицк уходить. Нет, не на Троицк. Ты вот сейчас 5 уходишь в сторону Троицка, указатель будет. 20 километров пройдешь, поворачиваешь на Челябинск, идешь в сторону Кургана. Принял? Такой указатель, Челябинск, да? Да, будет сначала на Челябинск, Курган, указатель. Вот на Курган пойдешь, увидишь там Копейск написано. Все, спасибо, ребята. Удачи всем. Давай, счастливо. Проезд, вверх, отканали. Проезд, вверх,
под низ машины, не на бок. Не пойму, что сказал. Говорю, дымок какой-то идет, но она кидается между, ну, посредине рамы выхлопа. Может, это выхлоп? Спасибо, удачки. Давай, счастливо. Впереди пусть нас машинка обгонит. Блять, у нас кто-то встречки, что ли, боится, я не пойму. Как встречки нет, хуй догонит. Блять, как встречки есть, тормозим. Да, скажи, ты когда там не будет встречки? Да еду встречки, не успеет. КамАЗ еле полетит, но все равно не успеет. Я пропущу. Все, он, по-моему, на дальше идет за мной, да? Спасибо. Все, топливо на Челябинск.